Приветствую вас на видеоверсии сайта Trantas News. И сейчас расскажу вам о патенте, который получил автобренд Mazda. Японский автопроизводитель получил патент на новый рядный шестицилиндровый двигатель и восьмиступенчатую автоматическую коробку переключения передач. Документация была опубликована на портале super.asurada.com со ссылкой на японские сертификационные органы. Появление этого патента подтверждает то, что Mazda работает над новой платформой с продольным расположением силового агрегата. Представители компании сообщили о разработке новых рядных шестицилиндровых моторов серии Skyactiv X прошлой весной во время анонса ежеквартальных финансовых результатов. Новые дизельные и бензиновые двигатели должны появиться на автомобилях, в основе которых лежит модульная платформа Large Architecture. Благодаря новому патенту удалось выяснить, что новый бензиновый шестицилиндровый агрегат будет представлять собой развитие идей четырехцилиндрового Skyactiv X, который был представлен на новом поколении Mazda 3. Специалисты предполагают, что двигатели будут сочетаться с восьмиступенчатым автоматом и с задним приводом, а дебют состоится на Mazda 6 четвертого поколения. Кроме того, стало известно, что концепция Large Architecture предусматривает появление умеренных и заряжаемых гибридов, а также полноприводных моделей. Европейский филиал Mazda 4 месяца назад рассказал о появлении инновационного дизеля в 2020 году. Ожидается, что все модели на платформе Large Architecture станут известны до 2025 года. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!